как сказать парню, что у меня есть ребенок, мы встречаемся 2 недели. Сказать надо было гораздо раньше. Если вы не знаете, как сказать, я вас научу. Просто в разговоре вставляете, что вот мой сын сделал классную игрушку, или моя дочь сделала классный подарок дедушке. И все, и смотрите на его реакцию. Если он реагирует неадекватно, вы это сразу увидите. И не надо терять время на этого парня. Он не ваш, он с вами не будет. Какой бы он классный ни был, какой бы он ни был красивый, он с вами не будет. И это хорошо. У вас есть ответственность, как у мамы, перед ребенком. Вам надо адекватный молодой человек. И не чувствуйте, пожалуйста, никакой вины и ущербности за то, что у вас есть дети. Это счастье. Пусть они у вас будут, и как можно больше. Не надо рассказывать мужчине, что вот, ну ты знаешь, вот у меня есть ребенок, как ты к этому отнесешься? Вы мама, у вас есть ребенок, вы красивая женщина, и вы должны найти мужчину, который все это оценит, все, совместно, а не отдельно. Который полюбит вас, соответственно, полюбит вашего ребенка, и будет с вами жить, и все будет хорошо. Ваш психолог Алексей Коваль.